Всем привет! Я с утра уже вся в делах. Здесь приготовлен у меня шоколад. Я буду замешивать двойную порцию для муссового торта. Это моя тетрадка, где куда я подглядываю. Замоченный желатин. Приготовила чашку для сливок. Это я приготовила для того, чтобы сделать крем-чиз. Собрать сейчас торт. Сами сливки для муссового торта. Здесь у меня уже подогревается молоко. И решила сварить компотик. Нашла у меня было немножко малины, немножко клубники, черники, пару яблочек и грушка. Грушка. Черника дает такой красивый цвет. В общем, сейчас мне вот из этого всего нужно собрать воедино. И два бисквита, соответственно, у меня стоит, остывает. Я все приготовила для сборки муссового торта. Формочка у меня будет вот такая, как она овальная. Что ли ее назвать? Она состоит из двух частей. Дальше здесь у меня взбитые сливки, которые уже остыли до комнатной температуры. И шоколад. Так, шоколад видно. Шоколад, молоко и желатин. Здесь уже все вместе. В общем, сейчас я буду смешивать со сливками. Так, нужно приспособиться к новой к новому штативу, потому что он низко не наклоняется, то есть я не могу наклонить его прям, в общем, не наклоняется низко. В общем, будем сейчас все смешивать. Сейчас это я уберу. Дальше помогу себе лопаточкой. Темный шоколад, он гораздо плотнее, чем белый или молочный. Поэтому желатина в него добавляется меньше. В общем, сейчас мы все это дело перемешаем и дальше будем разливать наш мусс по формочкам. Итак, начнем сборку. Наливаем мусс. Вот на этом этапе я уже сделала небольшую ошибку. Видите, какую? Сейчас я вам покажу. Надо формочку поставить на что-то сразу. И мы залили. И немножко вот так вот мы его развезем, так сказать, по форме. Так. Дальше мы закладываем у меня... Это манговая прослойка будет. Вот так вот она красивая получается. Так. Мы ее укладываем вот сюда, посерединке. Дальше добавляем еще немножко мусса. Теперь на очереди у нас бисквит. Упс, а вот с бисквитом я немножко просчиталась, надо его обрезать. Так, готов. И утапливаем наш бисквит в мусс. Таким вот образом. Так. Этот можно убирать в морозилку. Дальше у меня будет еще вот такой формы. Не знаю, как ее назвать. Облачко. Что ж я все забываю
положить сразу дощечку. Так, сюда мы отправим, я так думаю, есть. Есть вот такая прослойка. Здесь ананас и груша. Вот ее мы и отправим. Так. И сюда нам останется прям буквально немножко добавить мусса и бисквит. Второй готов. И сейчас будет еще один с клубничной прослойкой в виде сердца. Вот такое вот сердце с гранями. Достаем прослоечку нашу клубничную. Чуть-чуть в чашку. Ложим наше сердечко. Утапливаем. Так. Добавляем мусс. И осталось вырезать бисквит в форме сердца. Ну, у меня не совсем, конечно, бисквит в форме сердца. Просто сделала такой треугольник, скажем так. И у меня еще осталось буквально, ну, немножко мусса. Я сейчас разолью тоже в формочки. Вот такие вот формочки у меня. И сейчас сюда я просто положу по кусочку бисквита. Это будет нам к чаю. Так, ну все, с муссовыми тортами я собрала. Нам чуть попозже сварить зеркальную глазурь. И можно будет... Нет, сначала я приготовлю обед, а дальше уже потом зеркальной глазурью займусь. И, конечно, нужно все убрать. Ну что ж, вот такая красота у меня получилась с муссовым тортиком. И сейчас мне нужно будет его... переложить на подложку и украсить. Так, ну вот и все, готов у меня муссовый тортик. Скоро за ним приедут. Вот такая красота получилась. Я тут такая деловая, хожу все делами, занимаюсь, тортик доделала. Тут подняла, там подняла, белье развесила, что-то погладила. И вспомнила, что у меня не разобранный пакет с кондитерского магазина. Вчера мне передали с Нижнего. Вот. И мне надо его, в общем, разобрать. И время уже час. Сейчас полвторого у меня приедут за тортиком. И потом я поеду за детьми. И надо еще магазин. Что-то мне надо было в магазине купить. Не помню. Давайте смотрим распаковку. Так. Кондитерском у меня белая глазурь для фигурки, я из него делаю. В общем, такая белая глазурь. Дальше пластиковые палочки. Что-то порванная пачка. Вот такие пластиковые палочки, я их использую для леденцов. Затем у меня кончились вот такие бусинки белые. Здесь микс, они перламутровые. Классные, не первый раз беру. Потом у меня закончились все капсулы для капкейков. Что-то в выходные было столько капкейков. У меня закончились капсулы, и я дополнительно еще взяла тюльпанчики. Мне очень нравится с ними оформление. Я, по-моему, как-то
какие-то моменты показывала. Еще пачка мастики топ-продукт. Сейчас очень, ну, очень редко заказывают именно обтянутый торт полностью мастикой, но тем не менее она нужна для, когда я делаю фигурки на вафельных картинках. Еще у меня немножко коробочек. Здесь на 6, на 9 и на 12. Сейчас я их раскрою, разложу, сразу эти положу в коробочки и дальше рассортирую к тому, что у меня есть. Вот, в общем, немножко покупок здесь, ну, 1500 рублей.